Всем привет, с вами Коба, и сегодня я продолжаю играть на Advanced RF Blue, сейчас я один. В общем, Раймонд тоже теперь будет сейчас часто играть, мы с ним будем вместе записывать очень много серий. Я ему дал 1 700 000, и он купил себе дом, машину. В общем, все как надо, у меня было там 61 000. Вот, казино Калигула тащит, все идите туда играть. Но если вам не повезет, я тут, конечно, ни при чем. Так, сейчас подождите, что-то звук почему-то очень большой. Хотя нет, вроде нормально. А, все, сейчас я просто убавлю себя. Вот, в общем, я купил себе турик, поменял дом. И, ну, то есть у меня с 60 000 осталось 12 миллионов. Сейчас вы узнаете, почему я купил один из самых топовых бизнесов и приглашаю вас в нем поучаствовать. Сейчас мы у него едем уже. В общем, я не буду говорить пока, что это за биз. Но вы можете в нем. Ну, нет, если я сейчас скажу, это будет такой жесткий очень спойлер, и вы сразу все поймете, что это за биз. Поэтому ждите. Так, в общем, едем мы сейчас в ЛВ. Это не казино, чуть-чуть похуже, конечно, но финка там 150 000 в день. 150 000 плюс. Вот, то есть я могу спокойно срубить за месяц 3 миллиона. То есть я купил его за, получается, где-то 26 миллионов. То есть это окупится он у меня, где, ну вот за месяц 30 миллионов, считайте. Вот примерно месяц его накупится. Вот, это очень офигенно. То есть 3 миллиона за месяц, за 10 месяцев, да, 30 лямов. И там за год получается 36 лямов. Ну то есть все, в общем, я не буду его продавать ни за сколько. Потому что я сейчас буду задротить просто на адвансе. Тем более, что Гоша скоро станет президентом уже, походу. Вот. И, то есть, все, будем играть здесь. И Раймонд сейчас еще подключится. Он, походу, первый раз узнал, что такое самп вообще как-то. Ну, если по-нормальному играть, он вообще капец как удивился вчера. Потому что у меня очень много денег. Я ему после видоса, после запиливания сказал. Показал демку. И он просто там офигел. Так, он пойдет походу в банду, ему там подписчики предлагают. Ну, несмотря на то, что у него там всего лишь 2000, да, подписчиков, у него активность, ну, где-то, ну, да, короче, хорошая очень активность у него для 2000. Вот, по 1000 просмотров там стабильно, то есть это нормально. Поэтому мы, у меня тоже где-то вот так вот, ну, там 2, может, 3-4 тысячи, конечно. У меня все подписчики это с Майнкрафта, с сериалов. Поэтому, то есть, у нас как бы одинаково, можно сказать, каналы по сампу, по просмотрам и так далее. Короче, вот мой бизнес. Это отель пиратский. Вот, владелец Антонио Кавалера. Приглашаю вас сюда жить. Здесь куча свободных номеров. Сейчас вот 16 этаж. А, нет, подождите. Короче, сейчас мы найдем хоть 3 номера каких-нибудь. Ну вот, смотрите, сегодня выселение у вот этого чувака. Вот, свободные номера. Короче, тут поищите по этажам их дохера. Так, ну у меня уже есть дом. Мы предлагаем вот. А, подождите, я могу раз... Ну ладно, короче, меню клиента. Вот, сейчас я вам покажу еще свой дом. Давайте посмотрим, вот, Бузинес. $500 уже что-то купил. Количество продуктов 6 000, но я заказал еще 3. То есть 9 200 будет скоро. Это почти что максимально. То есть продукты я буду все время заказывать. Уровень улучшения 6, максимально улучшен. То есть вот все улучшения. Ну и вот финка.
Я его купил вчера в 12 ночи по МСК. То есть до рестарта оставалось, получается, 5 часов. Ну и вот за 5 часов финка уже 16к. Ну то есть сегодня еще. Ну короче, вот стабильно вот так вот в день. Короче, до хера финка очень большая. И реально можно на изи 2,5 или 3 миллиона за месяц срубать. Сейчас я покажу еще. Я дал Георгию Гоше, однокласснику, будущему президенту, 1 500 000 и продал еще читаху за доллар. Ну, за 1000 долларов там минимально. Вот, чтобы купить себе турик. И, короче, он приобрел ЗС-ку, ему отдал чувак. Вообще бесплатно. Ну, по госцене. Сейчас я его еще ЗС-ку пиарну. Чтобы вы там тоже заправлялись. Ну, там, конечно, я его как-нибудь уболтаю, чтобы он поставил 20 долларов. Ну, заправляться, чтобы за 20 долларов. Типа, он сейчас срубит немного бабла, когда у него там будет 1 000 000 хотя бы он поставит минимальную цену просто. Вот. А ЗС-ка это таможня ЛССФ. В общем, сейчас покажу. А, ну и давайте по пути заедем в мой дом. Купил себе дом на Вайнвуде, по госске взял. То есть он был свободный, но это довольно странно, потому что он такой элитный, пиздатый. То есть вообще, мне очень он нравится. Со своим заездом, то есть со своим огородом, можно так сказать. Сейчас. Не огородом, а этим. Ну, короче, ограждение. Там сад, яблони, все дела. Замену на турик вы можете найти в интернете. Ссылки не будет, даже не просите. Ой-ой-ой, нет, стой. Ой-ой-ой. Ладно, фиг с ним. Сейчас долетим до дома. Тут он близко, в принципе, находится. Вон у кого-то тоже турик. У всех турики. Только у него не прокачано. Не проапгрейденный. Не это дерьмо, конечно, нет. Нам далеко дальше. Ну, в общем, ладно, не буду я скипать, чтобы вы знали точное местоположение, как к нему проехать. Могу, кстати, поселить вас в нем, если хотите. Тут, в принципе, если вы работаете в АП, как я, то вы можете пешком добегать просто, красть машину и, ну, у АП служебную, и ездить кататься. То есть довольно все очень просто. Сейчас у нас президент Луни Бартоломео. Это просто полный урод. Вот. Вот Вита Ринальди, кстати, мне и продавал вчера этот отель. Сейчас он покупает ЗС-ку. Но за 20к ЗС-ку брать, это вообще надо быть конченным дауном. Потому что там, ну, нет такой ЗС-ки, ни одной, которая приносила бы дохера бабла. Он ее окупать будет за 20 лямов, там, года 3. Он мне, кстати, сегодня писал уже, типа, го, поменяемся обратно. То есть он хочет перекупить у меня отель, но не. Я буду играть здесь долго, поэтому я за год выйду в такой жирный плюс, так что не. Так, в общем, вот мой дом там был. А, ну давайте инту покажу. Что-то я вообще провтыкал все, заговорился и забыл. Так. Вот, в общем, вот так вот он выглядит. Видите, тут яблони свои. Ну, не яблони, просто деревья. Войти. 2 миллиона он стоит. 2 миллиона и 280 там что-то. Вот, в общем, вот такая вот инта. Тут сколько комнат сейчас у нас, посмотрю. 6. То есть я 6 человек могу поселить. Вообще спокойно. Так что вот. Добро пожаловать. Welcome, ёпта.
Так, ну и в общем. Я думаю, этот видос наберет до хера просмотров, я его назову там, типа, купил отель. Купил пиратский отель. Обычно вот такие вот продажи, покупка бизнесов таких офигенных набирает много просмотров. Вот, в общем, Гоша на ЗСК, $50. Ну, я у него только буду заправлять, чтобы, типа, это... В общем, я с ним буду бабками делиться со своего отеля. И он со мной, со своей ЗСК. Ну, у него тут финка дно, конечно. Но если он поставит цену, я думаю, там, $25 хотя бы, то... Будут все у него заправляться. Вы в том числе. Спасибо, кстати, большое. На меня уже человек 6, наверное, зарегалось. И получили 4-й левел. Но сейчас нет никого утра. В общем, да, человек 6. То есть я в плюсе. Ну, то есть 300к с вас получил. Спасибо большое. В общем, возможно, я еще сделаю конкурс на 1 000 000. Я не знаю, можно ли это делать или нет. Потому что, типа... Ну, не знаю, хотя это, типа, раздача виртов же. Я думаю, это не запрещено. Все, я продолжаю. Ну, короче, все, теперь будем мутить бизнес. Ну, и сделаю я, пожалуй, на Новый год конкурс. Ну, не знаю, я спрошу там у Гоши, можно ли так делать. Он спросит у админов. Вот. Ну, по сути, в этом ничего ж такого нет. Это ж не продажи виртов. Правильно? Короче, посмотрим. В общем, все будет. В новом году будет дохерище просто летсплеев по сампу. Каждый день, наверное, буду записывать. Вот. Ну, на это, наверное, все, что я хотел с вами сегодня поделиться, я показал. Так вот все офигенно. Еще 12к на руках. Правда, я их скоро отдам, конечно. В Славе там и еще кому-нибудь из друзей. 3к где-то. Вот, ну нормально, до хера еще бабла. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите, играйте. Всем пока.